Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре коаксиальная акустическая система от компании Sony, моделька K6920. Это идут овалы размером 16 на 24 сантиметра или 6 на 9 дюймов. И давайте посмотрим, что у нас в комплекте есть. Так, в первую очередь это монтажный комплект, это саморезы. Также металлические защелки, вот такие вот пластинки для крепления динамиков. Провода для подключения. Такие вот небольшие, короткие, с коннекторами идут. Гарантийный талон имеется сверху на самой коробке. Так, здесь документация, инструкция небольшая. Также имеется. Так, ну и сами динамики. Динамики идут с защитной сеточкой. Один динамик и также второй. Так вот выглядят. По мощности. Номинальная мощность данных динамиков 35 Вт, пиковая 260 Вт. Сопротивление идет 4 Ома, чувствительность 90 дБ. Посадочная глубина, в принципе, они небольшие, как для своей мощности и размером, 70 мм. Магнит идет ферритовый, подключается это все с помощью обычных стандартных клемм. Корзина идет штампованная из стали, материал диффузора полипропилен. Здесь видим пищалочка, она чуть-чуть выступает над самим динамиком. Вот такого плана вот динамики. Защитная сетка довольно-таки массивная. Вот один и точно такой же второй динамик. При покупке на данный комплект распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год и также более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.